Уже покидайте нас. Кто вы такой? Что вам нужно? Я уже пытался вам представиться. Давайте попробуем еще раз. Капитан Марич, у меня есть к вам несколько вопросов. Извините, такси. Ничего не получится. Две минуты вашего драгоценного времени. Две минуты. С представителями вашего ведомства я разговаривал и две, и три, и четыре. А ВОЗ и ныне там. Даже не знаю, есть ли смысл интересоваться судьбой похищенного. Зато мы обнаружили тут кое-что другое. Вот, посмотрите. Она была тоже в коллекции у дяди? Я никогда ее не видел. Угу. И в каталоге тоже не встречали? Нет. Угу. Хорошо. Может быть, вот это? Нет, я никогда ее не видел. Что вы так нервничаете? Я не нервничаю. Знаете, что недавно эта картина была оценена в миллион долларов? Почему вы мне это рассказываете? Чтобы освежить вашу память. Что с ней не так? С памятью? С картиной. Так, едем. Какие пошли бессеребрики, а? Миллионы баксов не пронять. Племянничек-то явно был в курсе. А чем же вы так напугали его, Екатерина Мстиславовна? Значит, вы владелица галереи Милочка? Да. И именно вам мы обязаны меценатской активностью Алёши, внезапно проснувшейся. Мне кажется, он сделал отличные вложения. Мне кажется, он отличные вложения сделал вас. И вот, что я вам скажу, милочка. Меня зовут Екатерина, не так сложно запомнить. Привет. Алексей, привет. Поздравляю. Давай, чувствуй себя как дома. Алексей. Прекрасная вечеринка. Прости, прости, я приду. Буду ждать. Уже подружились, девочки? Да, даже успели посплетничать о Хайдегере. А Хайдегер это кто такой? По последним слухам, новый фаворит Аллы Пугачевой. Да что ты? Боже. Мне кажется, картина, которую ты купил, Алёша, подделка. Да, но экспертизы, все экспертизы подтвердили подлинность. Фальшивка и грандиозный обман. Если в этом есть что-то грандиозное, так это удивительное сходство Кати с картиной. Когда я её увидел, был просто потрясён. Не это ли послужило причиной столь внезапно вспыхнувшей страсти? Идём. Катя цена сама по себе. Надо было так сказать. Мама своеобразный человек. Да, я успела это заметить. Она меня ведь тоже ненавидела. Когда я был толстым 13-летним подростком, я был просто жердей. Я был таким, кто портил идеальную семейную фотографию на английском газоне. Спасибо. О! Хай, Хэри! Привет! Это мой друг. Богиня. Вообще вся мамина жизнь – это сплошная, идеальная глянцевая фотография. И горе тому, кто ее омрачит. Это преступление. Сразу преступление против человечества. Бедняжка, вас выпихивали из кадра? Ну, выпихивать не выпихивали, но прятали глубоко в тыл. И я там прозябал в муках и страданиях. Но, судя по всему, вас это не остановило. Утренние пробежки, бокс, салатные листья. Математический класс, я туда сам записался, кстати говоря. Дальше красный диплом,
Дальше собственный бизнес, десятки слияний и столько же поглощений. И мама снизошла. Еще на стадии салатных листьев. Я умею добиваться своего. Всегда? За редким исключением. И просчитываете риски, я помню. А если я сойду с ума? Ну, вдруг плюну на все. И рискну. Непонятно, что мы здесь делаем. Изучаем рынок. Рынок? Кому из клиентов предложить твои шарфы, Катькин лубок? Ну и я могу свои услуги предлагать в качестве чисточка бассейнов, аквариумов и столового серебра. Не смешно. Я теперь миллионер. Я забыл, могу сам себе завести бассейн. Заведи лучше сразу себе конюшню. Точно. Конюшню, причем в Формуле 1. Могу себе позволить. Смотри, прям светская львица. Кто бы мог подумать? Я мог. Всегда знал, что из нее рано или поздно это вырвется. Такое унылое аристократическое. Я на минутку к друзьям пойду. Пойду возьму еще шампанское. Да. Лаврентий. Привет. Привет. Куда это он? Сказал, что за шампанским. А где Ферри? Голландец. Угу. Понятия не имею. Был здесь. Уже давно ушел. Просила же Лавруху приглядеть за ним. Тут за тобой ты приглядеть не успеваешь. Катя, у тебя что, роман? Роман? С чего ты взяла? Ну, я всегда предполагаю худшее. Если ты про Титова, то он, конечно, милый, но это не роман. Пока. Пока. Пока лишь юридический договор о слияниях и поглощениях. Значит, целовались уже. Ты и правда всегда предполагаешь лучше. Я не понял, кто, где, с кем целовался? Никто, нигде, ни с кем. Успокойтесь. Где шампанское? Увели прямо из-под носа. Где не появлюсь, вечно за официант принимает. А я мод, фат и благородный разбойник. Дайте мне 3 минуты. Пока-пока. Опять вы? Портите мне праздник? Типа того. Жду. Пока проколитесь. В чем же я должна проколоться? Сами знаете. Удивительно. Даже самые страстные поклонники не преследовали меня с таким завидным постоянством. Может быть, я и есть поклонник? Как ищейка, вы мне нравились больше. Не разочаровывайте меня, капитан. Екатерина Мстиславовна, не обольщайтесь. Я всего лишь поклонник вашего криминального таланта. Думайте обо мне, что хотите. Вот натравлю на вас хозяина дома. Что будете делать? Отстреливаться буду. Ты же знаешь, как я к этому отношусь? Я считаю, что доску надо было вернуть. Кать, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь видела человека, зачеркнуто, идиотку, способную отказаться от полмиллиона баксов? Не из-за соображений морали, это бы я еще понял, а просто из-за бабского упрямства и суеверия. Лавруха, оставь Жеку в покое. Смотри лучше, что я раздобыла нам. Осталось только бокал найти. Спасибо. Я пас. Так, слушайте, учитывая, сколько я вложил в эту проклятую доску, мой вклад неоценим. Твой вклад уже переоценен. Минуточку внимания, это важно. Пожалуй, даже более важно, чем шедевр средневековой живописи, который вы все, надеюсь, успели увидеть и оценить по достоинству. Он бы здесь никогда не оказался, если бы не одна очаровательная молодая женщина, вкусу которой я безгранично доверяю. Катя, иди сюда.
Идите, идите, идите сюда. Идите сюда. Катерина Мстиславовна Соловьева, мой бесценный проводник в мире искусства. Лучший галерист Северо-Запада, а может и всей страны. Лучший собеседник, лучший игрок в покер. И в конце концов, прекрасная девушка. И еще одно. С недавних пор моя невеста. О чем мы вам и спешим сообщить в кругу близких друзей. Музыку! Музыку! Ну вот. Я рискнул. Что скажешь? Я не играю в покер. И все? Вы сумасшедший. Ну, можно сказать и так. А можно сказать, полезный идиот. Но с его помощью ты воплотишь все свои мечты. Все. И это все? Я люблю тебя. Вот, это собирался сказать давно. А теперь все. Always ready to laugh, cry for love. You can never be like me. Кукусики? Кукусики. О-о-о! И когда это мы успели так надраться? А когда это мы успели стать невестой? Все не совсем так. А как? Объясню, когда протрезвею. Прости. Прости, пожалуйста. Не надо. Не надо, не буду. Прости, извини, маленьку. Прости меня. Детка, прости меня. Если не включится, я тебя убью. Как ненужного свидетеля твоей студенческой юности. Вот, но... И зрелости тоже, на суши. Ну что это мы, как жена олигарха, так сразу руки распускаем, да? You can never be like me. Oh, go. Never feel like me. В смысле? Эй! Эй! Что за шутки? Ha 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 ha!
Почему не участвуете во всеобщем веселье? Расстроились из-за возможной женитьбы вашего патрона? Ничего такого не предвидится, не переживайте. Ваши друзья мерзавцы. Знаете, это как-то чересчур. Ваши друзья раскатали партию, которую мы с хозяином последнюю неделю играли. А у меня была выигрышная позиция. Ферзь под ударом, шах и мат в три хода. А обычно кто побеждает? А как вы думаете? Потому что все просчитывает. Это я все просчитываю. А он оставляет пространство для импровизации. И пространство для ошибок. Ошибаться необходимо, чтобы двигаться дальше. Так он говорит. А как же насчет просчитывать риски? Не его история. Он игрок. Мы об одном и том же человеке говорим. Мы всегда говорим об одних и тех же людях. Хм. Значит, ему везет. Чертовски везет. Выпить хотите? С вами? Со мной? И с барышней? С вами я даже разговаривать не хочу. А барышня, похоже, в завязке. Тут я смотрю, у нее знакомая грустная физиономия. Встречались на собраниях анонимных алкоголиков? В точку. Ничего, что я так с вами стою, разговариваю. В смысле, ваш жених не будет против? Хотите об этом поговорить? Ну, не то чтобы. Ну, согласитесь, все-таки странно. Еще вчера не могли свести концы с концами. Галерея — вечная проблема. А тут бац, и все. Невеста Алексея Титова, все проблемы решены. Да просто хорошо. Удивительно. Удивительно было бы, если бы невестой Алексея Титова стали вы. А в моем случае, молодой, красивой женщины, это естественно. Скажите, почему я вам не верю? Потому что вы полицейская ищейка. Назначили меня преступницей, а картинка не складывается. Теперь подавно не сложится. Вот вы и беситесь. Да, я взбешен. Я вне себя от ярости. Как же вы все-таки сюда попали? Вряд ли Титов вас пригласил. Не того полета птица. Скажем так, друзья моих друзей устроили эту встречу. Такой ответ подойдет? Для первого раза. Он же и последний. Подойдет. Это всегда. О, труп невесты идет. Ты как всегда галантен, Лавруха. Это киношка такая была, мультик. Да. На, починил, все работает, и тебе там звонили. Кто? Ну ты что, совсем что ли? Смотри, кто? Пробовал у тебя Алексей. Там пароль. А... Не вместе? Ну ты что, совсем ничего не понимаешь, жаба шишоная? Она, между прочим, замуж вон выходит. И это плохо? Да непоправимо! Осторожно. Жаба ква-ква. Длинные гудки. Не пугайте меня. Закрыто изнутри. Может быть, он просто заснул? Не подходить! Мертв. Найдите капитана Марича. Да. Объясните ему ситуацию. Пусть придет сюда немедленно. Соболезную. Ага. Я видел, как вы вошли в дом. И примерно знаю время, когда вы вошли. Разве я что-то отрицаю? Мне нужно было привести себя в порядок, потому что Лавруха облил меня вином.
Как долго вы приводили себя в порядок? Это и 10 минут не заняло. Но вы остались в доме. Не по своей воле. Меня заперли в комнате. Кто? Вы. Он. Кто угодно. Я не знаю, кому понадобилась. Не самая лучшая шутка. А потом? А потом я уснула. У меня такое иногда бывает. Непреодолимо клонит в сон. Нарколепсия? Нет. Когда я проснулась, дверь уже была открыта. Странная история. Кто-то беспричинно запер вас, чтобы вы не могли выйти. А потом также без всякой причины открыл. Детский сад. Я пыталась стучать в стекло, чтобы привлечь внимание. Бесполезно. Бесполезно привлекать в свидетели тех, кто ничего не знает. Или вообще не существует. Думаете, я вру? Я этого не исключаю. И насчет запертой комнаты соврала? И насчет нее. Может быть, думаете, что и убила? Я. Я уже говорил, что видел, как вы вошли в дом. И видел, как туда вошел Титов. Минут через 8-10 после вас. Я понятия об этом не имела. Он звонил, но телефон был не у меня. Отдали кому-то свой телефон. Часто так поступаете? Послушайте, какой у меня мотив? Я ведь даже не жена. Ну, как невеста, могли бы для разнообразия погревать немного. Что вы знаете обо мне? Ладно, кто у нас там еще остался? Друг невесты, балагур, голландец малахольный, вип-гости, джаз-банд. Ну, джаз-банд я бы исключил. Я бы никого не исключал. Нет, ну, конечно, мы можем всех скопом собрать и отпустить. Это почему еще? Дверь. Заперта была изнутри. Окно. Я там ни одного шпингалета не нашел. Окно пуленепробиваемое и не открывается. Работает система кондиционеров. Видеокамеры. Только по периметру усадьбы. А дом? В доме камер нет. Это как? Агнесса настояла. А охрана? Нет. Она их терпеть не может. Считает посягательством на частную жизнь. Алексей не особо сопротивлялся. Ясно. Соображения? Ну, не знаю. Яд? Нет, в любом случае нужно посмотреть внимательно все пленки, особенно то, что касается вечеринки. Опергруппу я уже вызвал. Лошадей. Только суп, харчо не готовит, и сальса не танцует. Снегирь, ты в уме? Человек умер, какая еще сальса? А, я же забыл, новобрачная между тем была в черном. Останови машину. Да не подумай. Останови машину. Да хорошо. Прости, что не плачу, но слезы были бы крокодилии, как у всего вчерашнего вип-сообщества. Хочешь, расскажу, что дальше? К фейсбучной Харе прикрутят свечку и рип-рип-рип-рип-рип. Напрасно ты так. А что думаешь? Кто-то в гроб за ним сиганет, а? Или посвятят ему велопробег? Нет, это мы с тобой друзья. У таких акул, как Титов, друзей нет. Одни только рыбы прилипалы. Какая же ты неблагодарная свинья. Ты ведь всеми своими деньгами ему обязан. Не-не-не-не-не. Тебе, себе и доске. В ней это все и дело. Не понял.
Но ты же читал про Лукаса Устрицу и про то, что его картины людей убивают. Ересь. Средневековый маркетинговый ход. Стоило только Лукасу написать человека, как тот умирал. Сразу или не сразу. Естественной смертью или насильственной. Сразу или не сразу, все умрем. А Лукас, между тем, 500 лет уже кисти в руки не брал. А что, если теперь речь идет о владельцах картины? Картина убивает владельцев. Мы с тобой были владельцами, и что? Слишком недолго. И что? Пожалуйста, хватит склонности к мистицизму. Картина убивает. Убивает. Глупость – раз. И некритичность сознания – два. Ну, должно же быть объяснение. Разумное – да. Валяй, разумное. Хорошо, пожалуйста, разумное объяснение. Титов твой кто? Большой бизнесмен. А с крупными бизнесменами что бывает? М? Ты меня спрашиваешь? Это риторический вопрос. Крупных бизнесменов обычно убивают, отстреливают, зачищают. Заказное убийство, например. Типа контрольный выстрел в голову? Ну, например, да. Не получается. Не было выстрела. А. Да и никто и не взялся бы за план, который зависит от множества случайностей. Уа-уа-уа-уа-уа. Можно вопрос с задней парты? Риторически. Почти. Ты его любила? Возможно, что-то и могло бы получиться. Но не сейчас, потом. Mm. Мне кажется, он был хорошим человеком. Поэтому ты согласилась на его предложение? Я не согласилась. Ладно, хорошо. Закрыли тему. Вернемся к средневековому маркетинговому ходу. Это вот ты у Хери проспрашивай про такого убийственного уровня маркетинга. Причем в прямом смысле. Хэри! Забыли детку. А, дураки родители. Я вас где-то видела. Кто вы? My name is Harry. Его зовут Хэри. Да, я хорошо знаю художника. Какого художника? Этого художника и эту девушку. Я тоже знаю эту дешевку. Вы? Увидите. Вы ошибаетесь. Это шедевр. Она очень дорогая, она бесценная. Я бы хотел поговорить о ней. Уходи давай. Смерти мужчин данного возраста. Может, яд? А инфаркт чем не устраивает? Тем, что покойный обладал богатырским здоровьем. МРТ, кардиограммы, полное медицинское обследование. Ежегодное. Плюс тренировки и зал, соответственно. Впечатляет. Версию с ядом мы оставим как условно возможную. Если, конечно, успели синтезировать этот яд. Может, успели? По моим сведениям, нет. Но я проведу все исследования. Ну, спасибо. А то, когда молодые мужчины умирают в одинаковых позах, с одинаковым выражением лица, мне кажется, это требует серьезного научного обоснования. Я могу идти. Угу. Доброе утро. Доброе утро. У нас тут вопрос. А эта галерея теперь наша? Да, мы выкупили галерею. Теперь она наша. Послушайте-ка. Я не могу постичь то зло, которое он носит за плечами. Я даже не могу назвать это злом. Скорее, это знание о зле. Как вам? Прошу прощения за беспокойство. Ничего, сидите. Мне кажется, вам хотелось бы это знать. Ваш жених Алексей Титов умер от обширного инфаркта. Его смерть не была насильственной. Вряд ли это станет утешением для бедной Агнесы. А что бы вам хотелось знать, раз уж вы сюда пришли? Я смотрю, вы сняли половину картин, вы переезжаете? Нет, решила сделать ремонт. Удивительно.
Двое здоровых молодых мужчин в одночасье умирают от обширного инфаркта. И оба были знакомы с вами. Вам не кажется это странным? А вы подходите под определение «здоровый мужчина»? Я надеюсь. А под определение «мой знакомый»? К чему вы клоните? Вот если что-то случится еще и с вами, тогда я действительно посчитаю… Послушайте, я никак не могу вас понять. Кофе будете? Да. Вернее, привести к общему знаменателю все, что я о вас знаю. Вы совершенно спокойно перенесли смерть вашего жениха, Алексея Титова, при этом готовы совершенно безвозмездно помочь двум художникам, никому неизвестным. Если они талантливые, да. Только теперь я смогу помогать им по-настоящему. За счет краденной картины? Я совсем неспокойно перенесла смерть Титова. Совсем. И он не был моим женихом. То есть это было враньем? Риском. Очень неразумным. А риск с чьей стороны? Я его не любила. А он сказал, что меня любит. Вот все, что я знаю. Слушайте, возьмите билеты. А что это? Модные постановки, концерты, на которые не попасть. Есть даже два билета в БДТ на Алису Фрейндлих. Ух ты! И кубанский казачий хор? Вполне возможно. Мелани Гордо? Слушайте, ну есть же у вас девушка. Возьмите билеты, сводите ее куда-нибудь, ей понравится. Что это? Ключ от банковской ячейки. Агнеса Львовна считает, что это вы и ваша картина убили ее сына. Решила вернуть вам картину. Как Агнеса Львовна? Держится. Я не могу его принять. Вопрос не ко мне. Если захотите навестить могилу Алексея Феликсовича… Я была там вчера. Ясно. Чем собираетесь заняться? Вариантов много. Может быть, женюсь. Замечательная идея. Мне пора. Вы тоже считаете, что это я убила Алексея? И если бы мы не встретились, то… Вы бы встретились рано или поздно. Потому что он хотел этого больше всего. Да, Хэри. Да, поняла, конечно, я провожу вас. Я помню, помню этот хостел. Буду. Да, что показали дополнительные исследования? Ничего. Ни один из известных науки ядов задействован не был. То есть сердечная недостаточность, обширный инфаркт и прочие банальности? Именно так. Смерть вообще одна большая банальность. Согласен. Что, ничего сверхъестественного? Ничего. Катрин, здесь почти все, что мне удалось собрать о Лукасе за последние 5 веков. Там есть несколько фотографий его картин. Угу. Самое важное – это зверь из бездны. Угу. Изучите ее внимательно, пожалуйста. Hello, bro, and goodbye. One moment, please. Лавруха, ты крутой. Thank you from bad boy. Жаба уплывает. Я буду ждать. Еще один ждущий. Все не просто так, Лаврентий. Может быть, Жека права? Не надо было вмешиваться в эту авантюру.
Зачем я тебя послушала? Как я могла? Ладно, нет, нет, это я сама во всем виновата. Только я. И сны эти меня не отпускают. Не могу из них выкарабкаться. Не могу. Меня не покидает ощущение, что мы совершили ужасную ошибку. Мы не слышим друг друга. Ну, мы же не виноваты в этих смертях, правда? Кто умер, тот и виноват. Гениально. Счастливого пути! До встречи, Катрин! Зверь из бездны. Описание Катрин, дочери бургомистра. Привет, тезка. Мой город сожран морем. Погребен в его холодной, набитой угрем и моллюсками пасти. Никто не спасся. Привет. Хай. Вы не спасли меня сегодня, Хэри. Я? Да, не спасли меня в моем сне сегодня ночью. Ага. Зато теперь вы можете спасти. Кое-что случилось. Что случилось? Вы должны увидеть это сами, своими глазами. Поэтому приезжайте скорее. Поторопитесь. Катрин. Катрин. Вы где? Хорошо, я приеду. Я жду, Катрин, жду. Бай, я лечу в Голландию. Какого черта? Не знаю, что-то там случилось. Детки сунули за шиворот лягушку? Наверное. Я не думаю, что там долго пробуду. Не спускай все деньги на благотворительность, с тебя станет. Хорошо. О, у меня параллельный, повиси. Ага. О, это Жека. Алло? Алло, Кать, я узнала одну вещь и не знаю, что делать. Про картину. Приезжай, а? Я еду в аэропорт, слышишь меня? Как вернусь, сразу к тебе. Договорились? Кать! Ты еще здесь, Лавруха? Ну, а куда ж я денусь? Что, Жека? Что-то там у Жеки случилось. Присмотри за ней, ладно? Понял. Такси! Присмотрю, возвращайся. Ты знаешь, Кира, как я к тебе отношусь. Опер, ты цепкий. Если след взял, в сторону уже не сворачиваешь. Ну, вообще-то, ты больше к разыскным собакам относишься. Но спасибо тебе, Котов, за доверие. Ладно тебе иронизировать, Тамарич. Бросай-ка ты свою дурь. Не понял. Дело об ограблении особняка Гольдмана расследовано и передано в суд. Смерть основного фигуранта по заключению судмедэкспертизы произошла в результате естественных причин. Чё тебе не имется? Котов, а тебе не кажется, что слишком много естественных смертей вокруг всего этого дела? К тому же не все из похищенного найдено. Картинками и прочими художественными это я занимаюсь. Это моя епархия. Твои особо тяжкие. Сколько у тебя дел в рассмотрении? Достаточно. На лица взгляни, ничего не смущает? Причина смерти? Одна на всех. Острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт. Это же для лохов. На поверхности. Кира, ты неисправим. Я сегодня утром был в управлении. Начальство дела Гольдмана на доследование направлять не намерено.
Просили передать. Соберешь эпизоды в один висяк, долго здесь не задержишься. Я ясно выразился? Яснее не бывает. Слышишь этот дождь? Ты чувствуешь резкие ветры порывом, но ты дальше идешь, не боясь заблудиться в его паутине сотни трамвайных линий. И каждый из них напевал мне мотив, в которых я слышал лишь твое имя. Здесь так много витрин, делаем вид, что мы можем любить, и мы вновь идем мимо, не пытаясь понять суть прекрасных картин.